Мої вітання усім. Сьогодні ми будемо говорити про бокс з бронзовим призером Олімпійських ігор у Лондоні, чемпіоном світу 2011 року, а також боксером професіоналом, який вже встиг у профі заювати кілька поясів. Тарас Шелестюк завітав до нашої студії. Вітаю Привіт. Тарас, у тебе твій попередній на даний момент бій був в березні, завершився твоєю перемогою. Я думаю, що ми подивимося фрагменти цього поєдинку. Ну і хотілося б дізнатися, які плани зараз, чи відомий суперник наступний, і коли відбудеться цей бій. Принаймні, якщо так є якісь вже конкретні дати, то може Так, останній бій пройшов марті і. отлично стряхнул, можно сказать, жавчину после простоя небольшого, который был связан с обсуждением моей дальнейшей карьеры с промоутером. И прошел отлично, провел 8 раундов. Мог закончить бой в любом раунде, но был план побоксировать, чтобы пройти продышаться. Продыхаться, и чтобы глядачи так же Да, и сам кайфанул, потому что круто было вернуться в ринг и побоксировать. Физически был готов отлично, между раундами даже ни разу не садился. И после боя, слава богу, никаких не ни травм, ни сечек не было. Поговорили с промоутером, хотели следующий бой проводить в мае. Но была такая, была такая ситуация, поступил звонок через неделю от промоутера Келлабрука, который предложил поединок в андеркарде Джошуа, Джошуа Руис, И это должен быть common event. На что, конечно же, я согласился, мой промоутер. Мы даже не знали, в каком весе, сколько нам заплатят. Я говорю, я согласен, только скажите в 69-66 боксировать. И я вернулся через неделю в тренажерный зал, работал с тренером. И через три недели нам сказали, что команда Кэлла не захотела боксировать. И на данный момент нет определенной даты поединка. Есть переговоры, велись переговоры с Крисом Алжери на бой на сентябрь. Также был звонок в мае от его промоутера. Они хотели устроить, ну, я думаю, тоже Крис Алжери. Посмотрел поединки, посмотрел список и моих достижений в любителях и не захотели, да, никакого ответа от них больше мы не дождались. Так что на данный момент мы ждем, может быть, следующий бой проведем с Рэем Бальтраном, но тоже ведем переговоры, а захотят они боксировать или нет, это уже будет зависеть от того, как промоутер сделает свою работу. А кто взагали занимается процессом на ТВ? Занимается промоутер. Я напрямую с промоутером на телефоне, мы связываемся, а у промоутерской компании есть же, который Ребята, которые организовывают поединки, связываются с боксерами с разными. И предлагают э, бой со мной, связываются с промоутерами. И на данный момент э, все так. Э, я в мае объявил, что я перехожу 63 500 килограмм весовую категорию, на категорию ниже. И хотим сразу отбоксировать с, с каким-то топом, кто в топ-10, чтобы попасть сразу же в рейтинге, в новой весовой категории. Ты нещодавно був был спарен партнером Ріжеса Прогрей, который у финале Суперсерии поступил в дуже близком поєдинку Джошу Тейлору. Наш телеканал транслировал этот бой. Скажи, будь ласка, какие враження залишилися от этой роботи? что она дала тебе? А, отличная работа. Это был мой второй тренировочный лагерь с э, Прогрейсом. Первый я работал, когда он боксировал первому бою, готовился с англичанином мы работали 4 недели, а в этот раз я проработал 8 недель с ним. Начали в Лос-Анджелесе, потом переехали в Хьюстон и на последние 3 недели поехали в Лондон. Мне нравится его команда, его тренеры и подход, какой они, как они готовятся к бою. Было проделано много работы, много спаррингов. Последний спаринг мы простояли 16 раундов, отработали. Да, и вне зависимости от того, что я работал только с парень партнером я еще работал с его тренером на лапах, они помогали, я брал что-то новое для себя, какие-то моменты, и это приятно, что уделяют время тоже в тренировочном лагере, как бы его тренер уделял время мне. На самом поединке на арене О2 я был, атмосфера была вообще великолепная. Вся, с, с результатом. Вся арена забита. И я думаю, что там ничья. И даже я, мы сидели в ринсайде, рядом были англичане, которые понимали бокс. Не просто кто. А, Англия победила, все, наш выиграл. А кто понимали. Когда закончился 12 раунд, они встали все говорят, it's a draw. Это ничья но ну, естественно это финал суперсерии и и не может не можем. может быть да потому что это надо сделать второй бой я думаю сильно проблемно и я понимал когда закончился бой что скорее всего отдадут тейлору и так и было Один ничью ну я думал это ближе как ничья а если был бой в америке я думаю дали бы реджису прогрессу этот поединок Ну просто на правах господаря так би да, мовити, да. хоча бій, як на мене, також практично рівний. Двоє українців боксували і програли ці осені. Йдеться про поєдинок Дерев'янченко Головкін і Бетербієв Гвоздик. Скажи, будь ласка, які у тебе враження залишилися після цих боїв? Я приконую, ти їх дивився і співпереживав разом з мільйонами українців. Да, конечно, я смотрел эти поединки, э, но оба поединка этих получились совсем разные. По накалу оба были очень э, сильные бои. Ажиотаж, Ажиотаж большой, да, сильно много прессы и всего. И особенно для украинского болельщика: болеть и наблюдать боксеров из Украины в таких больших боях это всегда приятно. И сейчас наши болельщики привыкают к этому, что украинцы все больше и больше участвуют в таких мега боях. А, насчет головки на деревянченко был очень равный бой. Mm. А, и наблюдать его было одно удовольствие. Серега проделал отличную работу, и я думаю, даже с этим поражением он только выиграл. И... В плане карьеры и финансовом плане ему еще будут давать и следующий бой, он может сразу же за чемпионский. Но я думаю, там федерации много, потому что много к, э, аналитиков бокса говорили, что он проделал замечательную работу. Так что я думаю, все нормально, он еще получит свой шанс стать чемпионом мира. Я думаю, что он добьется и поднимет этот пояс над головой. Насчет боя Беттербиев и Гвоздик. Разочаровал Александр? Я надеялся, что Саня покажет больше. При том, что мы вместе, я помню, еще в 2009 году, первый раз я и Саня Гвоздик выиграли чемпионат Украины в Кровом Рагу. Мы ездили на турниры. Я был на том турнире в Турции, где Саня проиграл Беттербиеву, когда там ему поломали нос. И я всю, как мы попали в сборную, все вот это до Олимпиады, мы прошли все вместе. И я видел, как Саня растет как боксер. И я надеялся, что он этот бой выиграет. Я давал где-то 55 на 45 Сане. Я думал, что он вытянет этот бой за свое мастерство, техники. Но получилось так, что он проиграл бой. Я не вообще не увидел в этом поединке плана Б, плана С, потому что план А у них не сработал. А поменяться никто ничего не рассказывал Тедди Атлас только кричал все хорошо давай мотивировал но а конкретные тактики ну техники... как запоротные было такие и могли бы заменить и поединка? да Цего да не, не было не было ничего не чувствовалось то что у них есть заготовки какие-то если первый план не сработал мы можем поменять и что-то сделать лучше при том, что Бетерби все-таки не такой уже загадковый боксер и в нем в принципе ну как мне кажется, его можно так ну, на этот бой, как по мне, Батербиев подошел, и его команда подошли грамотно. Они изучили все слабости Сани и ими воспользовались. И я был удивлен то, что Саня физически, как мне показалось, ну, я думаю, многим, э, после третьего раунда, когда показывали угол Сани Гвоздика, он дышал очень тяжело уже, так это только третий раунд. Показывали угол, угол Батербиева. он спокойно сидел, дышал, и видно была разница в физической подготовке. А это не любительський бокс, 3 раунди, а 12 раундів це играє дуже важливу роль. Якщо обстургуватися від українців і знову ж таки подивитися вперед на ваків бій Джошуа Руїс. Багато хто обговорює, цей реванш. Як думаєш, чи вдасться Ентоні Джошо все-таки зробити висновки після попереднього поєдинку і нав'язати свій бокс, і взяти все-таки цей реванш, про який йдеться. Чи Руїс на даний момент не прохідний боксер для Джошо, ані ментально, ані фізично. Взагалі, то Руїс специфічний такий хлопець. Він не сидить на дієтах, він повноцінно харчується, їсть шоколадки. Yeah. Говорить, що так, я товстий, нехай, але я. риски, есть швидкі, и я, я победитель. Он переконаний в том, что ему удастся перемогти. Ну, да, когда случилась замена боксера и Энтони Джошуа поставили Руиса. Все думали, что это будет мисс -матч, Все так? говорили, так, что это, это толстый, жирный, какой там, ну, и посмотрите на Джошуа, ну, просто атлет Давид, можно сказать, с картин Микеланджело, да. И э, я Тренировался иногда спаррингую в зале с, э, с Руисом, где он спарингует. Он совсем не простой боксер. И когда я был на пару боев его, э, очень неудобный соперник, особенно для Джоша. Он ниже ростом. На, несмотря на то, что у него много как, лишнего веса, но он выглядит не атлетически Завед удар у него, удар у него очень хлесткий. Мышцы расслаблены, не забитые. Посмотрите на Джошуа. С каждым боем он забивается все больше. Он качается, он забивается все больше. Теряется скорость, теряется резкость удара. И плюс Руис мексиканец. Он может держать удар. И что случилось? Он пропустил удар, он упал. А Джошуа привык, что он добивает. Но когда Руис поднялся, видно было, что он не потерян. И Джошуа пошел добивать, и когда ты идешь, ты раскрываешься. Он наткнулся на контр удара от Руиса и сам поплыл. И это вообще все поменяло поединок, потому что когда, даже когда я боксировал последний свой поединок, я послал нокдаун Мексиканца тоже боксировал, но когда рефери сказал бой я дернул его, проверил, хоп, у него, он среагировал. Значит, у него реакция... Да, значит, реакция в норме. Потому что бывает, ты дергаешь, а там просто все, он, он не здесь, не в бою. Тогда можно завершать, не бояться. А когда раненый звезд, он дернулся, и ты пошел его добивать, он может тебя выкинуть, как и случилось с Джошуа Руис. Он попал, а Джошуа не был готов, что его будет себя сбить. Он думал, это будет прогулка. И Руис закончил. Насчет реванша... Я думаю, тоже тяжелый бой будет для Джошуа, но здесь больше для меня психология Руиса. Как он подготовится? Подготовится так же, как и первому бою будет голодным? Или немножко вот эта вся слава, вся вот эта э, отдельная мечеви от бокса, мечеви? да, мечеви? Э, расслабит его, и он подготовится по-другому, и Джошуа возьмет реванш. Для меня этот бой на сейчас 50 на 50. Якщо говорити про тебе особисто, то я чув, що нібито про тебе знімають документальний фільм. Чи це правда, і на якій він зараз стадії, коли його можна буде подивитися, і де е, було два роки тому, е, знімали фільм в Лос-Анджелесі. Ми знімали фільм документальний режисер, Він кудись пропав, я не знаю, що случилось, так і вийшло, фільм немножко е, И, ну, А материала нет, и материал весь у него. Вот. У меня как бы есть, как сказать, бета-версия. Он сделал даже трейлер. А всього остального, ну щоб закінчити... ну, Власне, ми зараз. Да, Дивилися да. трейлер. Я думаю, що в цьому є не тільки негативний момент, але й позитивний. І це символізує те, що твоя боксерська історія ще не завершена, і насправді тобі є ще є ще що сказати в цьому виді спорту. І я сподіваюся, що суперники все таки будуть знаходитися, і це будуть гідні суперники, які допоможуть тобі на тлі їх. Показати всю свою майстерність, весь цей клас, до речі, я хотів у тебе запитати, от в Профі все-таки ну, ти провів достатню кількість поєдинків, щоб робити вже висновки, так? Якщо порівняти найвищий рівень любительського боксу, на якому ти був так, чемпіон світу, призер Олімпіади, і от той рівень, який є в профі зараз у твоїх суперників, що може сказати з цього приводу? Ну, я так кажу, коли перейшов в професіонал, я... Всегда хотел боксировать э, с топовыми бойцами. Естественно, надо на адаптацию какие-то, пару-два-три боя. Э, но когда держали, бывали, бывали у меня бои, которые мы подписывали контракт с хорошими боксерами, там с опытом э, боксирования за чемпионский титул. Но бои в последний момент срывались. И мне находили буквально за 2-3 дня замену. Но понятно, что находили бойцов не, не того класса. И... Я всегда и промоутеру, и бывшему менеджеру говорил, я боксировал на Олимпийских играх, на чемпионате мира. Я бил лучших боксеров-любителей. И мне нравится боксировать на высшем уровне. А когда ты боксируешь здесь, ну... Ну, от власне, у мене є я... теж таке ща, що от у тебе в любителях е, е, були суперники вищі рівними, ніж зараз в профі, і тобі ще є, є, е, е, от скажімо так, е, чого досягати в профібоксі для того, щоб ну, от, принаймні там станеш чемпіоном, не станеш чемпіоном світу, таке вже, але щоб принаймні от, перед собою бути чесним, я зробив максом, я бився з сильними, я там. Е, дистанция пику своей профи да? <laughs> не, ну конечно хочется всегда боксировать с лучшими. Как я говорил, чтобы быть лучшим, нужно бить лучших. Что я делал в любителях? То же самое. <laughs> я побеждал лучших. Я побеждал двухкратных чемпионов мира и призеров Олимпиады, когда я просто был чемпионом Украины. И это кайф, когда ты выходишь, вот этот мандраж, ты чувствуешь, что выходишь, на тебя никто не ставит, ты как андердог, но ты выходишь, ты знаешь, что ты можешь сделать. Также и здесь я к каждому бою, независимо от соперника, готовлюсь как на чемпионский бой. Мы проделаем огромную работу. Даже когда я работал начале, перешел в профи и боксировал там по 4, по 6 раундов, я работал с Рэди Роучем, мы стояли по 8, по 10 раундов. Мы готовились как к чемпионскому бою. Мы так готовились на любительском ринге. К каждым соревнованиям мы подходили хорошо. Так я до сих пор подхожу ответственно к каждому бою, несмотря на то, кто соперник. Потому что это бокс. Может любой удар прилететь, и все, ты в нокауте, у тебя поражение. И, конечно же, надо беречь здоровье, надо быть готовым, а не выходить там где-то неподготовленным. Потому что это, во-первых, это твое здоровье, а во-вторых, это, можно сказать, твоя работа и твой заработок денег. Твоя карьера, твои мои будни да. и такие... Підхід, я думаю, що він є 100% професійним. Дякую за те, що завітав успіхів. Дякую. Тобі і перемоги. Шановні друзі, сьогодні в нашій студії був Тарас Шелестюк, бронзовий призер Олімпійських ігор, чемпіон світу серед любителів, який зараз виступає у профі, і ми щиро побажаємо перемог і хороших суперників, завдяки яким можна самостверджуватися і йти далі. На все добре.